360 дошколят отправятся в новый садик с начала учебного года. Уже сегодня учреждение полностью готово принять воспитанников. Группы оборудованы всем необходимым. Закуплены игрушки, книги и инвентарь для спортзала. Новый садик посмотрели и оценили жители округа, их дети, педагоги, которым предстоит работать в учреждении, а также представители Совета депутатов и администрации округа. Это третий детский сад в данной локации, в данном микрорайоне. И мы совершенно четко понимаем о том, что детские сады, создание мест в школах – это один из приоритетов, один из самых главных запросов, который у нас звучит. Повторюсь, это третий детский сад, большой, на 360 мест. И в настоящее время он уже целиком и полностью заполнен. Свободных мест в учреждении уже нет. Для многих жителей района это событие по-настоящему долгожданное. Например, семья Трахановых. Их сыну Вадиму 3 года. Место в муниципальном саду ждал с рождения. Очень много детей в нашем районе. Сады только строятся, микрорайон новый. Поэтому, конечно, мы очень хотели попасть, да, и быть воспитанниками нового детского сада. До этого ходили в частный детский сад, очень тоже хороший. Но как бы это достаточно так ударяло по нашему финансовому бюджету, да, семейному. Поэтому, конечно, сейчас мы сможем там как-то вот распределить бюджет по-другому. Открытие детского сада – приятное событие не только для молодых родителей, но и для педагогов. Штат сотрудников учреждения уже укомплектован. То есть 54 жителя района теперь будут работать рядом с домом. Я добиралась очень долго. В дороге уходило у меня, в общем, если туда и сюда, то уходило где-то 5-5,5 часов. А теперь практически через дорогу, поэтому для меня это самое комфортное, самое хорошее место работы, так скажем. Новый детский сад построен по современным стандартам. Территория для прогулок большая, комнаты светлые и яркие. Педагоги уверены, здесь есть все для комфортного пребывания детей. Учреждение входит в состав Мисайловской школы номер 1. Данный садик у нас на 360 мест, это 15 групп. Также у нас присутствует спортивный зал, музыкальный зал, полностью оборудованный пищеблок для приготовления на месте. Также медицинский блок, присутствуют кабинеты психологов, логопедов, игровая комната, то есть все необходимое для работы с детьми. Ну и, естественно, конечно, это методические кабинеты, которые необходимы для работы воспитателей. Название детского сада пока не придумано. Креативных идей ждут от родителей и воспитанников. Кстати, учреждение возведено силами застройщика микрорайона. Останавливаться на этом не собираются. Уже грядущей зимой в пригороде Лесное планируют открыть еще один детсад. А через год юные жители молодого микрорайона должны отметить 1 сентября в новой школе на 1100 мест. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.